Как у вас дела? Вчера 300-го одного увезли, но вчера нормально, так отпи***сили. Ну а насчет отпуска, что там? Не, если поеду, знаете, то я не приеду больше сюда. В смысле? Как ты не приедешь? Ну, в прямом. Потому что там нету никого вообще. 40 человек осталось, Лер. 40. Ну, я тебе говорю, что там никого не осталось. Эти 40, 3 дня назад, нахуй, пошли вперед. И из этих 40 там осталось, наверное, человек, наверное, сейчас уже 20. И вообще ни конца, ни края нет. Мы не можем деревню взять одну, нахуй. Поехали. Получили 20 человек, убило у них, нахуй. 100 раненых. Ой, господи. Я говорю, вахуй, с 23 февраля, нахуй, и до сих пор, нахуй. Тут настолько все продажно, нахуй, это просто пи***ц, я не знаю, вот. В Изюме гоняли, нахуй, так, нахуй, пацанов, нахуй, блядь, что они все кончились, нахуй, в Изюме, нахуй. А пацанов по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП, без нихуя, нахуй, они просто так вот бегали туда, нахуй, блядь, сбегают, пи***ц, получат и обратно прибегут, нахуй. Я, наверное, уже погоняло, даже есть, Федор его зовут, нахуй, блядь, вот, понимаешь, он выходит на, ну, там, поработать, нахуй, бахает и все. По телеку ничего не говорят, все заебись, все охуенно, да, у нас, нахуй, у нас нихуя охуенного нет. Я, короче, сейчас решил, шился. Че? Сейчас в 4 сменюсь. И че? Как-то по лестнице и ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже, трясет страшно, пиздец, не могу я нахуй здесь находиться уже. Я уж понял, Дим. Сейчас, у нас вчера он, пацан, ночью шел бы. В ямку ебать, тоже ногу сломал. Его увезли с этой хуйни, с этой точки ебать. Я нахуй не могу я. Ну и ломай, Дим, что-нибудь. Падай, блядь, ебнись, головой ебнись, блядь, хуйни, нахуй, здесь вылечимся. Падай там вот как-нибудь неаккуратно, блядь, чтобы не в руку сломаешь, руку, блядь, ногу, блядь. Да. Ни хрена не получилось. Че? Боишься? Нет, блядь, не получается, нахуй. Ну вот у нас молодость косили, пацаны, я так не делал, но нет. Обматываешь полотенцем руку или чем, тряпкой какой-нибудь, мочишь ее. Подходишь, блядь, к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно она, когда замотана, и кость ломается, там этот мокрый все это хуйня. Ну только об угол какой-нибудь, только сильно стукнет. Там что выйдет? То, блядь, может и большой перелом быть, но. Может большой даже и лучше, может тебя совсем тогда комиссуют. А скажешь, отступился, блядь, на руку, вот уперся, что-то хрустнуло и все, и не можешь, блядь, сейчас. Сегодня ночью попробую. Демка. Ну давай, не нервничай. У тебя столько там нервов, а ты вот скоро приедешь. И я приеду. Украинская армия — это самая сильная армия во всем мире. Хохлы? Да. Да. Чего нет? Это правда. Это правда, говорю, это правда. Они даже ваших россиян не боятся. Никого. Ну что то когда их берут в плен по интернету, они с**т. Ты просто не видел. Они с**т перед россиянами, особенно перед чеченцами. Ты потери видела вообще какие? Нам потери не говорят. Нам потери не говорят, вообще не говорят. Это я работаю, заебал. Не с**. Кто там работает? Короче, много ты не знаешь, ладно. Да понятно, что мы много правды и правды не знаем. Нам не говорят правду, Сереж. Нам все хорошо. Он сказки рассказывает. Нам понятно, что сказки. Самая лучшая армия – это Украина. Это я тебе говорю. Самая лучшая армия – это Украина. Охренеть. Вот как это не... Не хочется. Как бы это ни подисковно не звучало. Это так и есть, реально. Это очень так и есть, честно. А и даже если продвигается наша, это очень с большими потерями. Очень с большими, очень. А я тебе говорю. А ты мне не веришь. А я тебе о чем говорю. Хуярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк разъебали нахуй. Батальоны ложатся.